Волейболисты «Газпрома Югры» провели один за другим два матча в зачет чемпионата Российской Суперлиги. Первой стала перенесенная игра пятого тура с Оренбургом, которая по расписанию должна была состояться еще в октябре прошлого года. Однако из-за пандемии коронавируса и по просьбе «Нефтяника» встречу сдвинули на январь. Соперники в турнирной таблице располагаются недалеко друг от друга, поэтому неудивительно, что матч завершился в 5 партиях. Решающий короткий сет завершился в пользу оренбургских спортсменов, которые прервали двухматчевую победную серию «Газпрома Югры». Очень долго пристраивались к скоростным передачам, опережали нас нападающие ваши. Постепенно щупали, хорошо достали защитить несколько мячей, добили их. И концовку вы сами все видели. Выход Паши Мороза там, конечно, очень сильно помог. Игра не получилась такой, как мы ее предполагали себе изначально. Мы сами не смогли выдать свой рисунок игры, поэтому говорить о каких-то заслугах соперника, да, молодцы, я их поздравляю с победой, но завтрашний день покажет нам. Во второй игре команды были близки к тому, чтобы повторить сценарий предыдущего матча. В двух стартовых сетах соперники обменялись победами. Причем едва ли не с тем же счетом, что и днем ранее. Третий отрезок и «Югра», и «Нефтяник» провели на равных. Оттого и 25 очков, установленных правилами, не хватило для определения победителя. На больше-меньше сильнее оказался «Газпром». Схожую картину зрители видели и в четвертой партии. Сургутяне имели 3 попытки завершить матч в свою пользу. Но развернулся ситуацию бывший волейболист «Югры» Леонид Щадилов. Его подачи вывели вперед «Нефтяник». Пара тайм-аутов, прием мяча и блок все тому же Щадилову от бывшего партнера Дениса Черейского принесли победу «Газпрому». 29-27 в партии, 3-1 в матче. Уже в эти выходные в Сургуте северяне примут «Динамо» из Ленинградской области. На площадке премьер-арены также состоятся 2 игры. На это и был расчет. Я все-таки здесь не один год провел. Хотел доказать, показать. Удачно, что так получилось. Команды примерно равные. Плюс мы идем примерно одинаково в турнирной таблице. Каждая победа сейчас на вес золота. То есть любая победа, она нас вырывает вперед в гонке, в таблице.